Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Константин и компания «Стройгарант Анапа». Совсем недавно мы рассказывали вам о доме 130 квадратных метров на улице Урожайная. Сегодня мы с вами находимся на улице Восточной, где у нас идет застройка из 5 домов. И в свободной продаже у нас есть 105 и 110 квадратных метров. Но речь пойдет сегодня о другом нашем доме 134 квадратных метров. Он маленько видоизменен. И мы хотим вместе с вами посмотреть, как мы его изменили, что добавили. И, может быть, вам понравится уже именно вот этот проект, который мы вам хотим сегодня представить. Пойдемте посмотрим. Для начала давайте рассмотрим планировку первого и второго этажа. На первом этаже все относительно без изменений, за исключением террасы. Здесь было возведено отдельное помещение под котельную, где разместятся все отопительные агрегаты и прочее оборудование. Площадь котельной составляет 4,8 квадратных метра. Также на первом этаже размещена большая кухня-гостиная 38 квадратных метров с красивой темной лестницей из бука. Спальня 15 квадратных метров и санузел с прихожей. В санузеле, площадь которой 7 квадратных метров, по желанию клиента была выложена стенка, отделяющая душевую кабину, и установлен унитаз с инсталляцией. Теперь перейдем к планировке второго этажа. Вместо трех спален, как в стандартном проекте, здесь у нас расположено две больших спальни. В каждой спальне предусмотрена ниша под шкаф-купе с одеждой. Площадь первой спальни 21 квадратный метр и вторая спальня 24,7 квадратных метров. Также в обеих спальнях уже предусмотрены все розетки, в том числе под антенну для телевизора, в месте, где удачнее всего его можно будет разместить. Благодаря объединению трех спален в две больше места получилось в санузле. Здесь тоже устроена полноценная душевая, отделенная капитальной стенкой. Теперь подытожим сказанное о доме. Такой вариант планировки дома 134 квадратных метров прекрасно подойдет для тех, кому нужны более просторные помещения взамен их количеству. Благодаря расширенным спальням второго этажа их можно наделить большей функциональностью и удобством. Если вам понравился данный дом, вы можете заказать у нас строительство такого же дома на любом участке в Анапском районе, как на нашем, так и на вашем. Стоимость данного дома без стоимости земельного участка на июль 2019 года составляет всего лишь 3 миллиона 950 тысяч рублей. Вы сейчас увидели этот прекрасный дом уже полностью в готовом виде, но клиент его покупал на этапе строительства. Из-за этого он мог внести свои изменения полностью по всему дому. Вы это сейчас увидели. Он отличается полностью от всех наших проектов, которые у нас были представлены до этого. Дорогие друзья, если вам понравилось наше видео, поставьте лайк. Пишите свои вопросы ниже под видео в комментариях, мы обязательно их ответим. Наших клиентов, которые приезжают к нам для того, чтобы посмотреть, приобрести дом, мы встречаем в аэропортах, на ЖД вокзалах, полностью расселяем в наших гостиницах, даем проживание до 5 суток бесплатно, поэтому будьте с нами, будьте в курсе всех событий, в наших новостях. С вами был Константин и компания «Стройгарант Анапа». Всем пока, до новых встреч!